Я в августе месяце получил повестку. В сентябре я уже пришел в заводский военкомат. Прошел ускоренную медкомиссию. Повезли в областной военкомат. И оттуда мы поехали в Житомирскую область, населенный пункт Скорливка. Поделили на группы и вывозили в 142-й центр сил специальных операций получать вещевое имущество. Когда мы получили вещевое имущество, 15-го у нас была у всех присяга. И после сдачи присяги, дня через 2 или 3, нас погрузили в автобусы и повезли в сторону польской границы. Перейдя польскую границу, нас погрузили по автобусам и повезли в аэропорт. Аэропорт мы тоже прошли ускоренно, погрузили в самолет, полетели в Британию. Когда мы прилетели в Великобританию, мы приземлились где-то недалеко от города Солсбери. Где-то в полчаса езды от него находилась воинская база. Насколько я знаю, она называлась